Некоторые задаются вопросом, где же наш варан, почему мы его не снимаем? Вот он. В данный момент он просто поел и нацелился на мои пальцы. Совсем недавно он поел сверчков. До пятнистых 20 штук вместе с кальцием, опыленных кальцием и витаминами, поэтому он просто валяется и отдыхает. А камера заставляет его думать, что ему что-то дадут. Может быть, что-то вкусненькое. Нет. Кусака. Ух, кусака. Я уже знаю все твои фокусы. Поэтому не надо. Собственно, это бревнышко у него продолжение пещеры, которую я ему купил буквально месяц назад, когда у него образовалась ранка, чтобы он не терся об угловатые деревяшки. Ну, а эта арка стала своеобразным продолжением пещеры, поскольку без этой арки Стэн очень стрессировал. Ему казалось, пещерка тесноватой. Или слишком открытой из-за того, что проход слишком открытый. Хотя на самом деле места ему хватит как раз, чтобы нагреться. Это он так реагирует на камеру. Если бы камеры не было, он бы оставался статичен. Не дам. Не давайте ему варанам руки пальцами. Варан может принять пальцы за еду. Чем меньше еда, тем охотнее он пытается ее схватить. Хотя даже кулак мой порой пытается схватить. Нет, типа. Ух ты, засранец, а. 20 сверчков, и ему все мало. Разогрелся. Да, поскольку я дал ему витамины и так далее, я ему включил ультрафиолетовую лампу для того, чтобы они усваивались. Поэтому целый день проведет с лампой. Слушай, ну хватит тебе, ну что ж ты какой-то непоседа. Сразу кусаться. Сразу кусаться. Вот так вот. Слишком крупно. Слишком крупно для того, чтобы скушать. Поэтому он не сильно спешит. Разве что думает, может быть, удастся кусок оторвать. Нет, не удастся. Возможно, ему дам еще кое-что, но попозже, когда он немножко успокоится и переварит тех 20 сверчков взрослых. Этого ему вполне достаточно. Хоть он у меня последние 3 дня и на легкой пище был. Не дам, не дам, не дам себя укусить, не дам. Как он пытается что-то съесть, а? Не дам. Обычно он более спокойный. Наверное, это сказывается присутствие камеры. Она достаточно небольшая. Поэтому думаю, что, возможно, ему что-то перепадет вкусненькое. Так что с ним все в порядке. Несмотря на рану, у него просто зверский аппетит. Он какой зверь. Даже пытается проглотить то, что крупнее его башки. Но я ему не дам, естественно. Может быть, он успеет меня укусить, но не успеет оторвать от меня кусок. Так что, Стэн, извини. Пока что ты без дополнительного питания. Ладно, не будем продолжать его стрессировать.
Думаю, что у него тут еда. Поэтому я отключаюсь и попытаюсь его утихомирить. Всем пока!